друзья! Сегодня готовлю очень вкусные творожные рогалики с повидлом. К муке добавляю холодное масло, то есть я масло буду прямо растирать. Сначала я просто вот так вот обмакну в муке и буду вот растирать на такой вот крупной терке. Руки тоже желательно в муке обмакнуть, чтобы масло не растаяло. То есть желательно надо брать именно холодное масло, чтобы у нас тесто получилось более нежным. Вот, также вот обмакиваю и сейчас растираю. Нам нужно соединить масло с мукой. Вот такая крошка должна получиться у нас примерно. Сейчас буду добавлять творог. И точно так же руками все перемешивать. То есть соединяем таким образом ингредиенты наши. Затем я добавляю щепотку Дальше соли, пакетик ванилина и пакетик разрыхлителя. Точно так же перемешиваю все. И потом буду добавлять яйцо, но в отдельной миске мне нужно ее просто взбить слегка. Добавляем яйцо и замешиваем тесто. Ну, слегка. Это для того, чтобы просто соединить все ингредиенты. Мое тесто не липнет ни к рукам, ни к посуде. Все, теперь я его разделю на две равные части и уберу в холодильник на час, на полтора. Оно должно отдохнуть. Каждый шарик я убираю в отдельные мешочки. Уже прошел час, и теперь мы будем делать рогалики. Слегка стол присыпали мукой и будем раскатывать тесто. Сверху тоже надо присыпать мукой хорошо, чтобы не прилипало. Нам нужно раскатать не тонко, не толсто, примерно 2-3 миллиметра, наверное. Старайтесь делать ровный круг. Так, теперь нам нужно разделить тесто на маленькие треугольники. Сначала мы вот так его делим, потом так, и каждый делим еще на несколько частей, столько, сколько у нас получится. Я буду делать маленькие рогалики, поэтому я еще поделю каждые вот эти вот треугольники на три еще. Сейчас я беру небольшое количество джема, выкладываю. Так, я не знаю, вам видно. Сейчас.
Вот, и буду выкладывать на верхний вот край. Так немного размажу. Много не нужно джема, потому что может рассекаться. Вытечь может, то есть. Вот. И вот таким вот образом аккуратненько складываем в виде рогалика. И вот, вот этот кончик нужно нам вниз сложить. То есть вот таким образом мы выкладываем на противень. Противень я тоже посыпала мукой. И буду выкладывать рогалики. Нам их нужно выпекать уже в заранее разогретой духовке до 200 градусов. И минут, наверное, где-то, наверное, ну, 15-20, смотря какая духовка у вас. Ну вот, посмотрите, какая красота получилась. Вот они у меня уже все приготовились, теперь я буду вторую партию быстрее делать. Друзья, пока у меня выпекается вторая партия, я уже... Мне уже не терпится вам показать, как получилось. В общем, получились они на самом деле очень вкусные, нежные. И, кстати, рецепт я брала у подруги. Спасибо тебе, Ириночка, они реально вкусные. Я посыплю сахарной пудрой слегка. Кстати, сахарную пудру я брала с ароматом ванили. Вот, смотрите, вот такую. Попробуйте, очень вкусно получается. А вот, естественно, я уже пробовала эти рогалики. Вкусняшки. Давайте еще попробую, вот маленький. Посмотрите, такое нежное, приятное тесто. Внутри джем, который очень хорошо сочетается с творожным тестом. На самом деле, попробуйте, и у вас обязательно все получится. Всем приятного аппетита. Пока-пока.